Лестница на Комсомольском проспекте давно нуждалась в реконструкции. Преобразить ее решили к столетию республики. До конца августа городские власти планировали отремонтировать три спуска и подход к пешеходному переходу в районе улицы Лизы Чайкиной. Конкурс на выполнение работ выиграла подрядная организация «СМС». За работу компания взялась, но сдать ее к назначенному сроку не успевает. Здесь довольно сложный объект. Не выдавал долгое время разрешения на проведение земельных работ. ОРЭС Петрозаводск. Здесь проходят провода высоковольтные прямо под объектом. Этот вопрос очень мешал. Но на сегодняшний день решение совместными усилиями найдено. Значит, внесены изменения в проект для того, чтобы это решение было. И мы на сегодняшний день будем работать на ускоренных темпах. В мэрии подчеркнули, что компания обязана не только ускорить темпы работ, но и отремонтировать спуск качественно. Подрядчик не укладывается в сроки. Мы эти позиции регулируем жестко и претензионно. Работая, штрафы будем выставлять приличные, чтобы это было ощутимо и он мобилизовался. Но, конечно же, главное для нас – это качество работ. Приемка будет очень жесткой, строгой. И я думаю, что петрозаводчане оценят новые объекты благоустройства, и они будут достойного облика. Подрядчика уже оштрафовали. По оценкам администрации, работы на участке завершатся только к концу сентября. Однако директор компании уверяет, что отремонтированный спуск будет сдан уже в середине следующего месяца. Получится выполнить обещание или нет, покажет время. А пока ремонт продолжается, петрозаводчанам придется ходить по разбитым тротуарам и газонам. Александра Степанова, Наталья Ильина, Станислав Шведов. Служба новостей.